Всего пару недель назад Андрей Малахов отметил очередной день рождения сына Александра. Мальчику исполнилось 5 лет. Вот только поклонники до сих пор ни разу не видели, как выглядит единственный наследник звезды. Сына телеведущему родила Наталья Шкулева. Звездные супруги решили, что мальчик должен расти вдали от любопытных глаз, поэтому держат его внешность в секрете. Лишь однажды Малахов проговорился, что Саша растет копией его родителей. Специальное приложение обработало снимки знаменитых мамы и папы и показало, каким мог бы стать их ненаглядный наследник. Результат ошеломил. Парень вырос бы обаятельным подростком, лицо которого достойно обложки глянцевого журнала. Мальчик перенял мамин нос и папин волевой подбородок. В школе Саша точно бы слыл первым красавчиком.